Проблемная. И колено здесь проблема. Жидкость. Да, жидкость. Есть ли сейчас жидкость? Есть. Артурова нет. Смотрите, пожалуйста, сестра. И здесь нужно осторожно, я должен учесть, что это сделано, да, но нужно осторожно, потому что когда есть камень, да, если испарение, мы не можем тогда усилить. Давайте пойдем отдельно. Возможно, мышцы прямые. Да. Четыре мышцы. Четыреглавые. На имеется в виду, да, вот это схема. Водящий, водящий. Да. Что есть? Проводящий, отводящий, да? И широкоуральный. Надо выбрать самое главное. Да? Надо было бы выбрать, но вот самое главное. Значит, мы говорим, что все-таки большое значение имеет именно позно-тонические нарушения, тяжелые поверхности. Мы тут выявили ситуацию, когда слева, да, было ограничение. Вот. Ягодичные мышцы. Вот давайте мы с ней и работаем. Но мы говорим о ключевых мышцах, так что, конечно, мы могли все перечислить. Дайте на мою руку. Сильная. Нет, наоборот, чуть-чуть. Ярослав. Ярослав. И раз. Вниз, давите. Вниз, бедро. Не сильно. Расслабьте. Расслабьте. Еще. И расслабьте. Хорошо. Так, ну, встаньте сейчас. Попробуйте так.
учителя Роман сейчас спасибо. Мы не трогаем, да? Это налог такой. Дай нас. Это вопрос о системности вот этих нарушений. То есть мы можем не работать непосредственно на этом суставе, но мы можем создать условия для более адекватного функционирования сустава. Это тоже очень важно. Ну и, например, коленный сустав. Какие мышцы приводятся? А что изменилось вообще? Изменились мышечные тяги. Да. Мышечные тяги. А конкурентный сустав меняется или нет как-нибудь? От того, что меняется баланс мышц, меняется конкурентный сустав. Все-таки меняется. Нет, ну я. Поэтому есть там. Вы знаете, я туда в сустав никогда не лезу, вы знаете, это не моя стезя. Вот, и... А у вас принципиально, почему стало легче, почему больше? Да, стало легче, потому что сустав, значит, в нем объем, игра сустава, то, что, знаете, она, значит, улучшилась. То есть свободный запас вот этого свободного движения, которое увеличится. Да, он увеличился. И это сразу сказалось на ситуации. Вопрос, а нижняя группа мышц тоже надо, по идее, должна быть задействована при манипуляциях? Не только верхняя. А, сгулит и сюда, которая крепится. Мы сейчас туда спускаемся. Да. Так, значит, какие мышцы? Мы говорим, да? Мышцы. Четырехглавая мышца, да? Она что делает? Разгибает сустав. Да? Ну вот, значит, мы что должны были сделать? Ну, допустим, мы возьмем, есть разные техники, но мичуковская техника, да, мышечная энергетическая. За основу, да? Что мы сделаем? Да? Мы работаем с правой ногой. Да? Поднимите прямую ногу. Что? Прямую ногу. А голову не надо. Да. Держите. Держите. Еще, еще, еще. Опустите. Еще раз. Держим, 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 держим. А последний раз. И еще раз. И раз. Не надо сильно, потому что здесь силы. То есть здесь мы как бы, в чем со здоровьем, потому что здесь мы как бы, это такая модель, мы еще изучаем реакцию самого пациента на процедуру. А теперь, значит, какая еще группа? Еще. Сгибайте колено. Не сильно, не надо сильно. Сильно, просто не надо. И расслабьте. Еще. И расслабьте. Еще. И расслабьте. Так. Давайте с этой стороны. Латеральный тракт, он участвует в движении, скажем, и коленного сустава тоже, в стабилизации. Что мы можем сделать? Давайте мы, раз уж мы из этого положили, давайте посмотрим, можем ли.
мышцами, которые управляются водой. Разводим вот так вот. Нет, нет, не колени. Стоп. Вот так вот, обратно стоп. И расслабимся. Еще раз. И расслабимся. Еще. И расслабимся. Фасция. Этого организма, по генетическим семьям. Понятно, тактически. У него дозабили на
колено левое, грубо говоря, станет декомпенсацией. А стопы, кстати, у меня не завалились. Да, да. Это удивительно. Да, это вот разговор о степени, кстати. Не завалились стопы. Это удивительно. Но вот когда мы смотрели, я работал с перинеальной группой, да, с перинеальной группой, то напряжение мышц перинеальной группы, оно ощущалось. Понимаете? И здесь иногда небольшие какие-то нарушения, но они делают походу у пациента, у которого такая сложная система и с акцентуацией на каком-то одном суставе. Это проблема латерализации, понимаете, это проблема передне-задней, это проблема стопы. То есть все это дело имеет значение. Но вот Юрий Алексеевич, он мне сейчас может сказать, даже вот когда проблема примуса, тоже имеет значение. Ну уж так, так подробно я, ну вот, в общем, хорошо. Сейчас, на секунду, помните, вы говорили об одном как раз позвонке, когда он дает могучую ревитацию, меняется афферентная висцеральная связь, пробует чувствительность. Все логично. А теперь давайте по-другому. Человеку вставили в рот капу, какая там будет ирритация? И куда это будет все? Никто не знает. Знает. Важные биологические зоны, которые... Ну вот видите, это биология. Дети... Скопология. Мы же специальная наука. Мы же говорим о компенсации. Вообще, откуда берутся заболевания у человека? Ну так, по большому счету, да? Но все свои заболевания он носит с собой вообще от человека. Да? Они от мамы, от папы, от мамы. Но мы находимся в состоянии компенсации. И тогда мы себя чувствуем здоровым. И как только возникает декомпенсация, понимаете, мы говорим, что вот, вот мне заболело то-то, заболело то-то, заболело то-то. Значит, в норме мы компенсируем. Вот наша задача ввести организм в состояние компенсации. А что при этом будет? Не только это улучшается, не только стопы, понимаете, не только коленные суставы. Улучшается моторика кишечника, улучшается функция сердечной деятельности, дыхание. Но это все за скобками. Знаете, вот как пациент, знаете, а что болит? А болит сустав. То, что сдалось, то и болит. Да. А на самом деле там целая цепочка проблем, который нужно раскручивать, конечно. Совершенно, Алексей Алексеевич, большое спасибо вам. Это сейчас. Да. Это еще раз.